Новый выпуск газеты «Вечерний Мурманск». Итак, какие они главные новости по версии журналистов печатного издания? Как может измениться зеленая зона больничного городка, которая давно требует обновления? С дизайн-проектом познакомит своих читателей газета «Вечерний Мурманск». В областном перинатальном центре на свет появилась уже вторая в этом году тройня. Девочки весом от 2,5 до 3 килограммов. Как часто северяне становятся родителями сразу нескольких малышей? Всего за один день бездомные псы набросились на двух жительниц областного центра. Как отреагировали на эти случаи жители Мурманска и городские службы, расскажут корреспонденты «Вечернего Мурманска».